Почему в Инстаграме ты всего на одна подписка у тебя, а до этого у тебя вообще ноль? Зато теперь я не вижу этого хлама в ленте всего. Потому что я понял, что я на всех подписан просто из вежливости. Это какая-то хрень, потому что мне это мешает, мне неудобно пользоваться Инстаграмом. Я вообще не люблю соцсети, потому что я не люблю следить ни за кем. И вот. То есть второго аккаунта у тебя нету? Нет. Нет, моего нет. Если разжевать, вот тот, на который я подписан. Это как раз то, что мы запустили такую русскую адаптацию. Да, расскажи, кстати, пару слов про этот проект. Я, кстати, недавно узнал, что ты, оказывается, инициатор. Ну, я не инициатор, я там креатив-директор, инициатор малой пацан такой, Эндрю есть. Он уже давно достаточно рядом двигается, что-то то со шмотками, что-то делает, бам-бам. Ну, и мы как-то ему иногда помогаем, подсказываем. И он приезжает как-то в гости однажды и говорит: «Жак, давай адаптируем Genius. Сделаем для русских, типа». Говорю: «Ну, давай». Ну и все, где-то дня три поковырялись и адаптировали. Круто. Ну, ждать для тебя там в ближайшее время? Ну, конечно. Конечно, ждать. Просто когда надо будет. Все. Все подписывайтесь на «Разжевать». Угу.